черемша, или по-другому еще называют сибирский лук, сибирский чеснок, дикий лук, дикий чеснок. Растет она в хвойных лесах или смешанных. Ну, ни разу не видел, чтобы росла в лиственных лесах. Ни разу не попадалась просто мне. В Красноярском крае много, в тайге, в Чухтецком районе на севере. Ну, может иногда попасться в таких местах, где, кажется, ее вроде бы и нет. Люди говорят, нет. Например, вот здесь я проходил, нашел, где я живу. Говорят люди, что нет ее. Ну вот, черемша. Она вкус напоминает чеснок, но такая мягкая, как лук. Такими кучками растет. Здесь она молоденькая, еще плохо видно, вот, что корни красноватые. Сейчас побольше покажу. Тут же можно как отличить ее сразу. Вот. Например, вот видно, да, красненькая. Делают ее из нее здесь салаты, добавляют туда яйцо. Такой вкусный салат получается.